меня узнали. Кто сказал, папка дурак? Нет, я не дурак. Я кретин. Я полный идиот. Знаете почему? Потому что разговаривать умею. Рыбу кто-нибудь называет дурой? Нет, потому что всегда молчит. Ее ловит, она молчит. Ее жарит, она молчит. Ей рыбный день сделали, она молчит. Я всегда болтаю, всегда не то, что нужно. Режу правду матку, когда мне никто не просит. 300 лет на свете живу. Нигде больше 2 недель не задерживаюсь. Сколько хозяев сменил, пересчитать невозможно. Помню, жил в одной семье. Обстановка царская. Обои финские, мебель арабская. От хрусталя звон, как в церкви. Кормили 5 раз в день. Миндалем в шоколаде. Казалось бы, чего еще? Сиди и молчи. Не удержался. Пришла к ним в гости пара профессора с женой. Чаровательные люди, просто чаровательные. Таких за стол усадили, у меня миндаль в горле застрял. Как за ручья пришли, вас сейчас охмурять будут, чтоб дочку свою мордастую в институт устроить. Ой, что тут поднялось. Хозяйка кричит, не верьте, он провокатор. Гости пальто в охапку бежать, а хозяин ко мне кричит, петух ты крашеный. Если б ты, говорит, 200 рублей не стоил, я бы с тебя суп сварил. Ну, 200, а продал за 300. И в приличную семью отец врач, мать учительница, сына болтус. 15 лет парню, полный обалдуй. Хорошо, мне что, это же не мой сын. Нет. 3 дня молчал, на 4-й не выдержал. Говорю, папаша! Вот вы врач, а сынок у вас, между прочим, курит. Он говорит, что так часто? Я говорю, нет, только когда выпьет. Мамаша говорит, он еще и пьет? Я говорю, когда в карты много проигрывает. Они забыли, что они интеллигентные люди, сняли ремень, всыпали ему по 1-е число. 28-го начали, 1-го кончили. А 2-го утром этот меня в охапку и на птичий рынок. Продал какому-то забулдыге. За червонец. Забулдыга обрадовался, говорит, скажу жене, что за стольник купил, остальные пропью. Рано обрадовался, я его жене все раньше успел рассказать. Даже там я долго не задержался, еще бы. Я нигде долго не задерживаюсь. Кому же охота про себя правду знать, еще за это 300 рублей платить? По городу слух пошел, что несчастье я в дом приношу. За даром уже никто брать не хочет. Последний хозяин мыкался, наконец сдал, теперь сижу здесь. В зоопарке. Чтоб ничего не видел, ничего не слышал, чтоб ничего про людей сказать не мог. Но я и здесь молчать не буду. Товарищи! В зоопарке тигру не докладывают мяса! Пока не поздно, спасайте хищника. Если спросит, откуда знаете, на меня валите. Мне терять нечего, я уже ничего не боюсь, потому что я попка дурак, попка кретин, попка полный идиот.